Итак, всем добрый день. Сейчас у нас 12 часов 1 минута. Мишенька сел на велосипед и погнал на природу посмотреть, как обстоят дела с H2O. H2O в данном месте пока существует. Наверное, большой связи с Днепром здесь нет. Где это я нахожусь? Ну, где-то тут координаты не буду давать, потому что сам не знаю. Ну, поехал налево. Может быть, надо было направо, но я поехал налево. Ну, такая красота, я думаю, вас радует. Цапля пролетела. Змея проползла. Ну, а Миша проехал на велосипеде. Вот такую красоту любо-дорого снимать. Вот так. Я думаю, начало перспективное. Опа, ну это воробей. Ну что, не стало дальше куковать. Вот с ней перекликается другая кукушка. Разговаривает. Ну, вчера я тоже такую птичку фотографировал. Ну, не знаю, может, это какой-то дикий голубь. Ну, вот он у нас сидит. Плавать он не умеет. Но помыться не против. Волны дает. Зараж. Вот так. Вот такая. В таком пейзаже он принимает водную процедуру. И я принял. Что я скажу, пейзаж вроде бы неплохой. И ничего не предвещает катастрофы по этим кадрам. Но это мы еще не приблизились к Днепру. Да. Смотрим и любуемся этой красотой. Мишенька зашел на другую сторону этого мостика. Мужчина пробегал. Я спрашиваю, где у нас тут утятник? Он сказал, в другом месте, чуть-чуть подальше. Ребятки, он у нас на трубе, змея сидит. Две. Такая красота. Ребята, без воды ни туда, ни сюда. Облака плывут большие, ребята. Чудо. Одни положительные эмоции. Вот так, Миша, и продолжай. А по курсу у нас как я так его называю, хотя, может быть, он и не так называется, утятник. Доберемся. Ну, воды здесь, я считаю, что нормально. До таких прекрасных мест мы добираемся только благодаря вот этому коню. Я проспал до 11 часов дня. Утра, дня. Ну, решил, все-таки надо совершать какие-то подвиги. И вот мы сейчас с ним в пути. Вперед, пацан. Давай, Миша. Нас ждут великие дела. Вот, ребятки, я добрался до дорожки, которую я ездил в 81-82 году. Ну что, Миша прибыл на Балабинский залив. Я называл его когда-то утятником, не знаю, как правильно. Вот здесь был раньше пляж. Сейчас вот такая картина. Вода ушла далековато. Я здесь ни разу не был. Вот так живешь. Все бывает впервые. Вот это, наверное, все была вода. Вот такая картинка. Это были деревья, которые были затоплены. Похоже, что так. Так, война продолжается, ребята. Ну,
я велосипед не поставил на сигнализацию, поэтому решил вернуться и взять его с собой. Вот так. А то он может обидеться. Вот так она красиво лежит. Я думал, просто так. А то оказалось не просто так, ребята. Сейчас я сделаю фотографию. Ей надо куда-то переселяться. Вот здесь у нее домик. Где ей его строить? Вот в чем вопрос. Ну что, ребята, вот такая конструкция. Такое положение вещей. Умный человек здесь бы много разговаривал. Но учитывая, что Миша говорить никогда не любил, а слушать некого. Природу слушай, Миша. Ребятки, у нас змеюка плывет. Может, это ужик какой-нибудь волшебный. Вот так. 53-й год. А сейчас у нас какой? 2.23. Короче, 70 лет. Вот такой цикл оказался. Вот там, вон она. Мы заметили ее. Как она отплыла с берега. Где-то ее дети, где-то ее супруга или супруг тоже, наверное, куда-то эвакуируют. Пошла искать теплое, хорошее место, теплое. Какое теплое, Миша. Спокойное место. Двигатель у нее какой. Как только включу и хочу услышать кукушку, прекращает куковать. Хоть сам кукуй. Миша, это не кукуй. Кукуй, не кукуй. А уезжать надо. Был у меня Иван Петрович с Балабина, с Кушугума. Он говорил в 50 в тех годах машину ЗИСа грузил помидорами и ехал на большой базар продавать 5 копеек. Коров было немерено. Вчера мужчина сказал, их привозили эшелонами и выпускали в плавни. Обалдеть, коров в последнее время я не вижу. Колбаса есть. Сюда приходил у меня знакомый Иван Григорьевич с утра, ловил бычков, потом приходил домой и делал консервацию. Бычков загонял в железные баночки. А потом у него получался вкусный рыбный борщик. Вот так. Хорош воспоминание, Миша. Вперед, тебя ждут великие дела.